Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька. Сегодня записываю очередной видосик по мега нагибу. Наконец-таки я добрался до марафончика на этом аккаунтике. Все-таки премка есть. Кто смотрел видосик с контейнерами, тот видел, да, что премочка мне упала. Что-то там игроки ныкаются. Что премочка мне упала с контейнеров. Четенькое такое открытие у меня было. Поэтому мы тут сидели, нагибали на стриме. Думаю, почему бы не скатать такую вот каточку. Можно сказать, что это такой мини-марафончик. Покатали тут где-то 2 часика. Осталось 7 минуток до конца. Посмотрим, что отсюда возьмем. Назвать это, конечно, мегафондом. Ну так, громко будет сказано. Неплохой фондик. Где-то так. Хороший фонд. Можно тоже сказать. 150к, да. Неплохо пойдет. О чем бы хотелось сегодня поговорить? Что вы сможете увидеть в дальнейшем на этом аккаунте? Я думаю, что я наконец-таки куплю устройство на 5 молотов в ближайшее время. В ближайшее время у нас уже через недельку должны быть скидочки. Майские праздники уже не за горами, как говорится. А значит, МПК точно мы подкачаем. МПК нам осталось, я просто проверил, идет ли ролик, не идет. Да, все идет, все хорошо. Так, на чем остановился? Прокачаю эти последние шаги. Думаю, кристаллов мне уже должно хватить. Сейчас у меня 68 тысяч. Если бы с этой каточки я бы поднял 30 кусков, я был бы очень даже рад. Но со мной вот играют 2 нагибатора. Один с ником Team Pointers, другой с ником Like. И они мне вот тут говорят, что все это фигня. То, что здесь такие фанды большие не получаются. X2 тоже не дают. Говорят, что где-то примерно x1.5 это вышка, чисто вышка. Не знаю, посмотрим, сколько получим. Шикарно было бы 30к, но... А так, с премкой получу, наверное, где-то 7,5к, это значит 10. Ну, где-то 20 тысяч я должен забирать с этой катки точно. Думаю, меньше 20 тут не будет. Противник повыходил, взять должно неплохо. Что я понял для себя? То, что в ББП такое вооружение серьезно можно назвать мега-нагибаторским, учитывая тот факт, что играю до генерала, а на генерале уже все игроки, ну, все, кто имеет кристаллы, могут спокойно покупать себе новые комплекты М3, прокачивать это вооружение, при этом имея модули уже трипл М3 модули, также их могут прокачать, а мне такого удовольствия пока нельзя, как бы недоступно. Все-таки мне еще надо поднять одну званку. И если честно, я бы не хотел, чтобы она так быстро поднималась. Но если я продолжу играть вот такие каточки, снимать для вас видосы с неплохим взятием фондов, то эта званка очень быстро достигнет генерал-лейтенанта. И тогда мне будет также доступны комплекты М3, но по сути, если честно, мне пока ничего не надо. Этот викомолот, М4, 2 устройства, и все, в принципе, мне больше ничего не надо. Единственное, что мне в дальнейшем надо будет, так это модули, да, а для модулей надо одно звание выше, да, вот в этом как бы вся проблема. Модулей у меня объективно не так много, кто не знает, сейчас покажу. Из неплохих таких это только Prodigy, Тигр, Инферно, Изумруд, Урбан. Считаю 5 модулей. Урбан это можно считать как скала модуль, Изумруд. Но он и есть на такие же самые модули, что Изумруд, что Инферно. Они и что Тигр, все они имеются такие же самые новые. Трипл, которые качаются до 50. Ну и Prodigy. Prodigy на таких званиях, если честно, я был первое время удивлен, что оно даже бывает заходит. Бывает много рельс.
Ух ты, первое место выходит с карты противника. Это может сильно прибавить наше взятие кристаллов. А он серьезно выходит. У него было 10 тысяч кристаллов. О, 10 тысяч опыта. И это чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Ну где-то на 1000-1500-2 кристаллов я возьму больше. Только за счет того, что он выше. Это безусловно бонус. Так что это круто. Поэтому имею только 5 модулей. Было бы, конечно, хорошо на этом же звании иметь какой-нибудь трипл четенький модуль. Но, как правило, комплектов таких не бывает, чтобы было доступно трипл модуль. Но мне бы очень хотелось его иметь. Ну, нельзя так нельзя, что поделать. Придется как-то страдать на этих стареньких. Ничего не поделаешь. Ну, честно говоря, нагиб и так хороший. Посмотря эту каточку, сыграя вот этот марафон буквально двухчасовой, я понял, что по прокачкам даже генералы не имеют такой прокачки, которая у меня имеется сейчас на генерал-майоре. Ни одного аккаунта, ну, вернее, игрока, который здесь находится, я не видел прокачки выше моей. А у меня сейчас Вика Молот качан по 16 шагов. Ну, считай, почти М4. Вложить еще надо 300 тысяч, и будет М4 Викамолот, да? На таком звании это вообще будет просто бомба, шикарно. Максимальную прокачку, которую я видел, это где-то 10 шагов, 10-15, не больше. Ну вот, например, генерал имеет мой друган, он же чемпион, он же King of TP, он же Тёмик, он имеет 10 шагов викинга. Ну, при этом он имеет комплект Мамонта Твинса у него. Ой, Мамонта Гром, как бы он покупал комплектик. И Мамонт у него тоже сейчас качан на 4 и на 5 шагов. Ну, как бы модули, да, модули у него имеются. У меня модулей нет. Но все равно. Например, если судить по этой карте, то как бы я заходил позже него. У него где-то было 1500-2000 опыта. И в итоге отрыв между ним и мной... Ну, короче, между нами отрыв всего лишь 500 опыта. Ну, это объективно очень мало, я его сократил. А значит, что даже мой Викамолот может спокойно нагибать на таких званиях. Ну, а наша каточка подходит к концу. Такой вот видосик у нас получается. Сейчас посмотрим, сколько мы его возьмем. И на этом, в принципе, мы будем заканчивать. Если понравился ролик, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Комментируйте данное видео. По комментариям буду разыгрывать голдики. А я забираю тем временем 15600 без премки. А с премочкой я получаю 31 тысяча кристаллов с копейками. Хотел я получить 32. Надо мной посмеялись, мягко говоря, сказав, что столько я никогда не получу. Но получил, сколько получил, почти 32, в принципе, сколько я и хотел. Ну и все. Каточка закончена, нагиб окончен. Если понравился видосик, то не забываем про лайк. А на этом все. С вами был Мистер Ванька. Всем спасибо. Пока.